Здравия всем! Вы находитесь на канале Марка и Елены Дерегетти. Вот я такая вся нарядная. Нарядилась на улице 15 градусов тепла. Сегодня 28 июля 2018 года. Вот мы находимся на дачке Олива. Это тетушка Марка. Вот смотрите еще какая роза. Ой, какая прелесть. Мелкая-мелкая, вот такой, как типа шиповника. Дайте понюхать. Угу, не пахнет. И я спросила разрешение. Дали разрешение посмотреть, что там в доме. Смотрите, какие у них стульчики на улице. Вот такой вот у них столик здесь. На зиму они его складывают, убирают внутрь. Вот от солнышка у них вот такой вот. Ну, будем называть его зонтик. Я не знаю, как оно называется на русском языке, на итальянском парасоле. Вот. Смотрите, какая дверь у них. Американская дверь. Оп. Половинка. И половинка вот такая стеклянная. Давайте на полы посмотрим. Полы у них деревянные. Вот такого плана. Справа с этого боку вот такой камин. Медные ковшечки старого плана. Давайте посмотрим, что у них тут. Как камин устроенный. Так камин устроенный. Внуки. А вы помните, мы были один раз у них дома. Видео есть. Вот такой вид с окна. Мы огурцы привезли, руккола и сыр. Вот такой стол, лавочки. Бабейны. Вот такая печка у них. Это у них газовая. Вот такая кухня. Давайте вот так вот посмотрим на нее издаля. Вот такой маленький холодильничек. Вот такая лестница наверх. У них там есть спальные места. Вот они смотрят на животных в бинокль. Вот такой у них небольшой зальчик. Делится вот таким шкафчиком. Два вот таких кресла обыкновенных. Пуфик. Еще одно кресло. Полочка. А смотрите, какой они диванчик сделали. Вот эти салазки. Как сказать? Господи, на русском салазки, а еще как? Санки. Только они не санки для снега, а по траве. Они, когда сено собирают, на них грузят. И с этим сеном вот на этих санках. Вот они из этих санок сделали вот такой диванчик. Сама она швея раньше была. Это, кстати, вот крестом вышито. Вышито крестом. А здесь бабушка с котом. Что-то там вяжет. Вот такие полочки. Все дед сам делал. Вот Марка у них маленький, когда был в гостях.
И он решил, что будет такую же профессию иметь. А ну, а чинди луче. А, вот я включила свет. Ага. Вот у них какой вид. Это комнатка ихняя, где они спят. Двухспальная кровать. Вот, почти 6 часов вечера, без 4. Давайте к окну подойдем. А в окне здесь вида никакого. Вот мы видим вот эту пристроечку, где у них лопаты. И немножко вот такие елки. Давайте я вот так развернусь. Здесь у нее вешалка. Вешать одежду. Вот так же висят. Пыль собирать. И также полочки, вешалки. Ну, вот как на дачке. Вот ихние внуки. Вот мы вышли из этой двери. Рядом вот с этим небольшим, как они говорят, салон. Телевизор они здесь смотрят. И мы пойдем сейчас вот сюда вниз. Вот я включила свет. Вот такая вот крутая лестница. Я спущусь, потом включу камеру. Вот спустилась. Здесь дверка. Вот мы выходим вот сюда. Что-то не знаю, где свет включается. О, как, минутку. Еще раз нашла, где включается свет. Здесь у них... Вот я вышла из двери. И вот одна дверь. И вот вторая дверь. Давайте посмотрим, что здесь. Так. А здесь у них погребок. Погребок. Вот есть у них вино здесь. Вроде как больше вот молоко у них здесь. Вот в таком вот. Помидорчики, морковочка. Пивко. Так. Я же такая любопытная, мне все надо. Это вот у них жарить каштаны. Это у них пробки. Не знаю, зачем эти пробки. Надо будет спросить. А, это не пробки. Друзья, это не пробки. Это опилки прессованные. Отопление. То есть можно топить дровами, а можно разжигать, может быть, опилками этими на рожишку. Вот, наверное, туалет. Угу. О, тут прям тепло. Сравнению. Значит, здесь у них кафель. Вот такая вот глубокая душевая. Все очень даже просто. Я вот такая вот вся никакая. Зелененький такая вот. И унитазик тоже у них зелененький. Вот такой бойлер. То есть вода горячая здесь есть. Видите, бойлер какой. А, тепленький. Сейчас я спрошу, как он топится. Дровами или чем. Такое вот окошечко. И сетка на улице, чтобы животные не сбегали мелкие. А, вот смотрите, какой буфет. Шикарные внуки, которые уже выросли. Вот. Тоже, видите, половинка открывается. Можно использовать как окошко. Очень удобно. Вторая половинка закрыта была. Так, ну здесь вот мы все посмотрели. Вот они ходят, гуляют с палками. Шланг, метелка. Ну, все, что нужно для дачи. И вот смотрите, у них наверху несколько спальных мест. Вот есть окошко.
Давайте поднимемся. Вот я поднялась по этой лестничке. Здесь двухспальное место. Здесь одно спальное место. Но это все вот для какой-то маленькой, вот это совсем вот прям бревно тут. Окошечко вот такое вот. И вот такая вот дверь, что нужно нагнуться сильно. Раз, два, три. Три подушки, три одеяла, медвежонок. Лампочку вижу, не вижу, где включается. И вот такой вот вид здесь с балкончика. Корзинка здесь. Ой, боже мой. Не вижу, где там свет включается. В общем, обзор дачки сделали. Я с вами прощаюсь. Здесь наверху прям жарко. Желаю вам здоровья, удачи, долгих лет жизни. Подписывайтесь на наш канал.